Доброе утро, мистер Крабби! Прости, что я опоздал, Фредди. Мне нужно было найти моего командора Треску, чтобы рассказать о нем. Ничего страшного, Лютер. Но нам нужно поторопиться, чтобы не опоздать в школу. Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди на аппарате Фредди Фиш 2. The Case of the Haunted Schoolhouse. Рыбка Фредди. Вторая игра. Дело о школьном призраке. Игра вышла в 96 году и представляет из себя опять-таки юмористический point-and-click квест, так же как и первая игра. Запасайтесь булками и готовьте лимонад, друзья, мы начинаем новое прохождение. Мы с вами уже прошли первую часть, в которой искали пропавшие семена водорослей, а теперь же будем расследовать мистическое дело о призраке. Очень любопытно. Что же, опять-таки перед нами вот такой вот любопытный инвентарь. Поплыли. Фредди, ты хорошо подготовилась к занятиям? Конечно, Лютер. Я всегда готова к новому дню. Надеюсь, ты тоже. Есть вкусный завтрак. И книги есть. Еще причесаться. На себя взглянуть. Скучать не время. В школу мы плывем. С учителем в классе мы новый день начнем. Отлично. Даже песенку спели. Ну что ж, в школу так в школу. Я провожу тебя до школы, Фредди. А где все рыбки? Мы прячемся. Рыбки говорят, что в школе появился призрак. Он пугает их и отбирает игрушки. Я видел призрака, миссис Крокер. Я не мог пошевелить плавниками от страха. А он забрал у меня игрушку. Эй, это моя игрушка! Не думаю, что это настоящий призрак. На свете не бывает призраков. Мы с Лютером найдем того, кто пугает рыбок, и вернем игрушки, которые он забрал. Удачи тебе, Фредди. А ну что ж, вот вам и призрак. Сюда бы еще Скуби-Ду добавить не помешало бы. Прямо вот ситуация подходящая. Призраков в школе вовсе нет. Кто нас пугает? Дайте ответ. Поверьте, призраки всего лишь миф. Но нас напугал один из них. Замечательная песенка, только почему-то намного тише, чем все остальное. Это что такое глобус, а почему он треугольный? Вот так-то лучше. 2, 3, 1. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 3, 1. 2. Б, А, Б. А, Б, Б. Опа, это что, мини-игра? А что здесь нужно делать? Ай, шкрябаем. Так, мы можем что-то написать, что-то нарисовать? Это прям действительно доска. Ну это просто, чтобы позабавиться, просто, чтобы порисовать. Я понял, но это классно. Да, ладно.
А куда же нам плыть и где его искать? Куда он улетел? Туда улетел? Ну что ж, поплыли за ним в поисках призрака. А вот и он. В погоню. Никогда не знаешь, где могут пригодиться эти ножницы. Ну да, что-нибудь призраку отрежем. Его длинные загребущие половники, например. Чтобы игрушки у маленьких рыбок не воровал. Вот это что такое? Как будто какая-то выемка. Но мы с ней ничего сделать не можем. Но странная отметина, смотрите. Интересно. Голосуй за Фредди. Эй, Лютер, это был призрак. Давай поймаем его. Я же говорил, выемка какая-то. Эй, ты, остановись. Имею в виду, я еще вернусь за этой игрушкой. Это просто ткань. Он чуть не уплыл с моим любимым командором Треской. Зачем этому призраку нужно отбирать игрушки? А потому что он вредный. Смотри, это кусочек призрака. Лютер, я думаю, призраки не носят простыни. Кто бы это ни был, он просто носит костюм призрака. Я придумала. Давай поймаем его в ловушку. Смотри, у нас есть почти все, что нужно. Да? Это список предметов, которые нужны для ловушки. Мы должны найти спасательный круг, трезубец, круть-верти-нехваталку, пробку и веревку, чтобы сделать ловушку. Круть-верти-нехваталку мы можем просмотреть вот так, да? На этом рисунке указаны предметы, необходимые для ловушки. Запоминаем, что нам нужно. Нет, я уже забыл. Это предметы, так, трезубец, которые круг, нужны для пробка, ловушки. Веревка, трезубец, круг, пробка, веревка. Круть-верти-нехваталка. И здесь, видимо, мы в итоге соорудим ловушку, да? Это что, книга об узлах? Это же книга о том, как развязывать узлы. Развязывать или завязывать? Это может нам пригодиться. Вот сюда еще можно нырнуть, а ну-ка. Это что такое? Напоминает какого-то монстра. Пасть его. Пробка. Эй! Мы можем использовать пробку, чтобы сделать ловушку. Ух ты! О, ты же выпустишь весь воздух! Фух, мне кажется, у нас не получится просто так вынуть эту пробку.
Чем-то надо ее, значит, заменить. Вот здесь как будто вот кусочка трубы не хватает. То есть нужно найти кусок трубы, принести его сюда, вставить. Тогда мы получим пробку. Здесь хорошо. Один предмет, значит, мы уже знаем, где находится. Только нужна теперь труба, чтобы его получить. Ладно, тогда обратно оплывем. Теперь обращаем внимание, если вдруг где-нибудь увидим трубу. Кусок трубы. Так, ну здесь... Здесь только вот туда. Можно налево, можно еще туда вверх. Туда и туда. Ой, тут развилка прямо. Сколько вариантов. Ну давайте слева направо пойдем по кругу, чтобы не путаться как-то. А, морской еж. Лютер, дай мне того морского ежа. В первой части мы их собирали. Видимо, и здесь будем собирать. Я еще одного ежа вижу. Смотри, Лютер, это фиолетовый морской еж. Отлично, так, мы можем нырнуть вглубь. Можем туда проплыть. А давайте пока что туда. О, опять этот угорь. А у нас бутерброда нету, чтобы его... сдобрить, скажем так, накормить его. В первой части мы его накормили бутербродом, и он нас пропустил. Можем его разрезать пополам. Кстати, вот что нам нужно тут. Никто и никогда не проплывет мимо угря Эдди. У меня плохое настроение. Я же пропустил завтрак, а от вас пока никакой пользы. Лучше плывите отсюда, пока я вас не съел. Опять он голодный. Эта маленькая зеленая рыбешка будет отличным десертом. Опять он голодный, опять голодный. Ладно, понял, нужно что-то ему перекусить принести. Хорошо. Запомним. Там второй предмет из тех, которые нам нужны. Веревка, вот и третий предмет. Но само собой просто так нам его не отдадут. Привет, капитан Шницель. Мы можем отвязать эту веревку? Да, вы можете забрать ее. Если развяжете, конечно. Даже я не смог развязать этот узел, которым она завязана. А у нас книжка есть? Один, два, три, четыре. То есть просто очередность, да? А, так подождите. Ну так вот же ж правильный. Сразу же первый же узел как раз правильный. Нет, стоп. Они чем-то отличаются. А четыре варианта, не вот этот. Либо вот этот вот. Вроде вот это вот не такая, и вот это вроде не такая. Нет, слушайте, все-таки вот этот как раз-таки. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, давайте попробуем. У нас уже что-то получается. Продолжай так же. И скоро мы сможем развязать веревку. Ух ты! Да! Отлично, справились. Теперь у нас есть веревка для ловушки. Нам еще нужно 4 вещи, чтобы сделать ловушку. А 2 из них мы уже знаем, где находятся, просто пока что не можем их получить, а 2 еще предстоит найти. Все моряки знают истину одну, хороший корабль не пойдет ко дну. Эй, на-на-на-на и ха-ча-ча, эй, на-на-на-на и ха-ча-ча.
Это подлодка затонувшая. Здесь, кстати, может быть, мы трубу найдем. Фредди, масленка? Мы сможем применить масло. Нетоксичное, экологически чистое масло. Как тебе это нравится? Я это называю мокрый вид. Просто подтолкни сюда это масло. В хозяйстве пригодится вот эта труба. А нет, она нам не нужна. Это не то, что нам нужно. А мы тут больше никуда не проплывем. И трубу мы, значит, здесь не найдем. Мы здесь масло только нашли. А масло нам пока что не надо. Ладно, тогда отсюда мы уплываем. Где нам может понадобиться масло? Ладно, у нас еще куча мест есть, куда можно поплыть, поэтому пока что волноваться вообще не стоит. Ну вот теперь, допустим, вот туда поплыли. Смогу прыгнуть так далеко. Я тоже. Даже если я очень постараюсь. А, так, сюда. Это типа мини-лабиринт. Как пропрыгать? Ну вот так, вот так, вот. А, нет, стоп. Вот так и сюда. Или туда. А сюда нам надо или нет? Вот сюда. Ну давайте прыгнем. На всякий пожарный сюда. Эта лужа слишком далеко от меня. Я не допрыгну. Ну, значит, в нее ну, и не надо. Ну, я не летающая рыба, чтобы допрыгнуть туда. Ура! Мы уже на другой стороне. Эй, я уже вижу... О, Лютер! Ёжика? Морской еж прямо по курсу. Так и есть. Я взял его, капитан. А мы вот оттуда приплыли. У нас есть два варианта, куда плыть. Ну давайте вначале вниз. Ой, тут кто-то живет. Охранником подводным я работал долго. Охранял. А что ты не допел дальше? Привет, мистер Триплав. Эй, рыбки. Как можно назвать акулу, у которой нет зубов? Беззубая? Нет, ее можно назвать как угодно. Действительно. На каком дереве сидит ворона после дождя? Я сдаюсь. На мокром, если оно не под крышей. Это не очень удачная загадка, мистер Триплав. Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. Не знаю. Облака. Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно. Ничего на ум не приходит. Лед это лед. Ох, как смешно. Вы знаете, на что купец шляпу купил? На что? На голову. Ой, это плохая загадка. Бел, да не сахар, нет ног, а идет.
Понятия не имею. Это снег, маленькие рыбки. В общем, это генератор загадок какой-то. Что может быть лучше отдыха с гитарой? Как-то такое ощущение, что прерывается, и он не может допеть до конца. Помню, жил в нашем море один ковбой своего... Странно. Как будто просто вот прерывается. Ну ладно. Он нам ничего не может дать. Нам ведь гитара не нужна. Это предметы, которые нужны для ловушки. Трезубец, мы круг, все еще должны найти спасательный круг. Круть-верть, а не хваталка. Спасательный круг мы знаем. Где пробка, мы знаем. Где... И что это еще? Это предметы, которые трезубец нужны. Ладно, пока что мы отсюда уплываем, значит. Это крабы-захватчики! Не пропусти ни одного! Что нужно делать? Вот это да! Это пародия на космических захватчиков Space Invaders. Ух ты! Ладно, понятно, это просто мини-игра. На в первой части тоже подобное было. Играть можно бесконечно, никакой цели, в принципе, нету. А в таком случае отсюда мы уплываем, но у нас еще есть места, куда мы можем отправиться. Ой, придется опять скакать. Бумс. Бумс. И сюда тоже бумс. И сюда бумс. А сюда шлеп. Ну и дальше бульк. Поплыли. А вот туда поплыли, там кто-то стоит. Привет, рыбки. Чем могу помочь? Привет, Рэй! Как дела? Вы, наверное, уже знаете, что я собираю разные призы и кубки. И меняю их на такие полезные вещи, как круть, верти, не хваталку. То, что нам нужно. Очень хорошая вещь, смею вас заверить. То, что нужно. Эта вещь нужна нам для ловушки. На что вы сможете обменять вашу круть-верти-нехваталку? Она не так уж дешево стоит, но для вас у меня есть специальное предложение. Я обменяю ее вам на какой-нибудь старый кубок. Старый кубок? Я думаю, мы можем найти старый кубок. Где-нибудь-то найдем, только нужно запомнить. Нам нужен старый кубок, и так мы нашли еще один предмет. Точнее, по крайней мере, знаем, где он находится. Мы еще не знаем, где трезубец находится, но найдем. Я люблю торговать и стою здесь и ночью, и днем. Много разных вещей прячу я под своим крылом. Поплыли пока что дальше. Кубок. Империя блоков, зал славы, кино. Ух ты. Так, ну давайте как-то по порядку, что ли, слева направо пойдем. Что за империя блоков? Руками не трогать блоки. Коллекция блоков. Здрасте. Да, рифмованные строки выходят у вас ловко. О блоке каком вы хотите все знать? Я с радостью вам могу рассказать. Боб, расскажи, пожалуйста, об этом блоке. Летучий голландец плыл по волнам, взяв курс к родным берегам. Служил на судне старик-капитан, он мне этот блок и отдал. Кажется, у этого блока интересная история.
Шхуна «Бесстрашный» попала в шторм где-то в южных морях. Команда спаслась, и этот блок мне подарил капитан. По-моему, у этого блока непростая история. Друзья, в наше море блок попал, упав с борта корабля. Корабль давно уплыл в Непал, а блок лежит у меня. Ну, больше мы здесь делать ничего не можем. Ладно, на блок, а если нам понадобится, мы сюда приплывем. Давайте в зал славы. Может быть, в зале славы мы какой-то кубок найдем. Ну, бутылочка с запиской. А вот и кубок, кстати. Это кубок, который я выиграла на конкурсе чтецов. Я хотела забрать его сегодня после школы. Вот не везет. Шкаф закрыт на замок. А что это за записка выпала? Интересно, кто подскажет нам комбинацию? Эй, это было заложено в дверку шкафа. Здесь написано, чтобы получить комбинацию, покажите эту карту мистеру Триплаву. Итак, если мы покажем мистеру Триплаву эту карту, он даст нам комбинацию. Лютер, ты гений! Я знаю! Отлично, мистер Триплав — это тот, который нам загадки загадывал, он на глубине находится. Хорошо, к нему мы сплаваем. Потом вернемся сюда с комбинацией, возьмем этот кубик, отнесем тому скату-торговцу, и он за это даст нам, в общем-то, нехваталку. Здесь написано: король Краб пожертвовал свои жемчужины на постройку зала славы. Серж Старчин выиграл 4 золотых медали на соревновании по поднятию тяжестей. Тина Тьюна смогла прожить без воды целых 13 минут. Гектор Тетра изобрел калькулятор, который считает водоросли. Рыбка Фредди – чемпион! По нырянию в бетон. Ну ладно. Не сказано, почему чемпион. Просто чемпион. А ну что, давайте кино посмотрим какое-то, что ли? Афиша, так как и было в первой части, только там театр был, а здесь кино. Как я люблю кинотеатры! Граф Баракула. Это все? Это весь фильм, да? Ладно, что еще тут есть? Что-то забавное, ладно. Что еще тут есть? Охотник на криля. Все? Ладно. Рыб Гордон. Чамлет, Шукспир. Щукспир. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Конец. Это Чарли Чаплин определенно.
Это что? Это отсылка к еще одной серии игр от того же разработчика. Ничего про нее еще не знаю, но... Вот это главный герой, вот это я знаю, судя по картинкам. В эту серию игр тоже хотелось бы поиграть. Марзан! Ты в камеру врезался в оператора. Молодец. Еще что-то есть. Дон Китох. Вот и все, мельница сама убежала от страха. А что у нас тут? Проклятие сардин! Индиана Джонс! Годзилла. Скоро в кинотеатрах. Захватывающее приключение. Домашний пирог. Бэт-рыба. Бэтмен. Рим. Еще не все. Что тут, червячки в шоколаде? Лучшие в мире червячки! Червячки в шоколаде! Хрустящие червячки в шоколаде! С любым ароматом! Оригинальные, шоколадные, зеленые, лимонные, оранжевые! Без холестерина! Купите их! Попробуйте их! Жесть! Шериф Гилл. Все, по кругу пошло. Наконец-то закончилось. Я думал, уже бесконечно прямо будет. Да, разработчики, конечно, стараются. Здесь гигантское количество интерактива, и всевозможных мультиков, анимаций и так далее. Я уже забыл, что мы делаем. Ага, мы плывем за кодом. Потом вернемся сюда. Стоп, нет, не ты, не ты, не ты, не ты, не туда. Вот туда вот. Чуть-чуть перепутал. Нет, не сюда. Стоп, 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 стоп. И не сюда. Ой-ой-ой-ой, заблудился я. А где ж находится тут... загадочник? Вот туда, значит. А придется опять нам поскакать сейчас. А что случится, если мы не сможем поймать призрака? Мы сможем, Лютер.
Да по-любому поймаем. А вот здесь на глубину. Да. А вот кто нам нужен. Держи. Что это? Так вы хотите отдать мне бизнес-карту? Да, вашу бизнес-карту. Что ж, это она и есть. Вы, мальчики, хотите получить комбинацию к замку, да? Прошу прощения, но я не мальчик. Я девочка. Ой, совсем запутался. Стар я стал. Спасибо за комбинацию, мистер Триплав. А вот и комбинация. Здесь написано «комбинация к замку». Ну все, отсюда тогда уплываем. Сейчас мы получим с вами кубок. И обменяем его на круть-верть, тяни-хваталку. Очень нужную в хозяйстве штуковину. Так, это у нас в зале славы находится. Думаю, теперь мы сможем открыть этот замок. Так. Получилось! Отлично, без проблем. Отлично! Вообще супер. Я помню, как я гордилась своей победой на конкурсе. Ой, кажется, это дорогой кубок. По-моему, он сделан из золота. Нет, Лютер, он не так дорог, как кажется. Дороги те воспоминания, которые он вызывает. Прекрасно, но кубок нам придется сейчас этот отдать, к сожалению. Не можем мы его себе оставить. Ну что ж, мы одержим. Вот тебе кубок. Рэй, ты не поверишь, но у нас есть старый кубок. Он в отличном состоянии. Да, вы только что заключили сделку века. Ой, Фредди, как жаль, что тебе пришлось отдать твой кубок. Я знаю, как он был дорог для тебя. Все хорошо, Лютер. Я помню тот день, когда я его выиграла. А это самое главное, Лютер. Нам нужно еще три вещи для ловушки. Да, и мы знаем, где находится круг и пробка. На этом рисунке указаны предметы, необходимые для ловушки. Осталось найти, где находится трезубец, а потом найти трубку, которую вместо пробки поставить. И какую-нибудь еду нам еще нужно найти. А мы с вами еще вот сюда вот не плавали. Так вот туда можно. Я ношу очки в них, я вижу все вокруг. Без них бы я не смог тебя увидеть, мой друг. Себя без очков представить я не могу. Плохого зрения не пожелаешь и врагу. И сюда еще можно. На прошлой неделе я изобрел карманную сигнализацию. А на этой неделе я изобрел карман. Ха-ха-ха. Сначала сигнализацию, потом карман, в который ее положить. Так, ну давайте вначале мы сплаваем вниз сюда нырнем. Там водоворот какой-то. А сюда только Лютер. Это не лабиринт случайно? Ой. Ну
Ой-ой, а ну-ка давай еще раз теперь влево попробуем как-то. Может, тут нужно успевать что-то делать? Но я толком ничего не сделал. Я просто мышку туда навел, а теперь нажмем сюда. Ну-ка. Вот, куда-то мы попали. Вот эта уточка была и в первой части, между прочим. Сделать мы тут пока что ничего не можем. Мы можем вот сюда проплыть. Давай. Интересно, мы там в принципе вообще ничего не могли сделать. Там ничегошеньки нет. Так, давайте-ка еще раз. Может, я что-то не заметил? Зачем это место? Итак, смотрим внимательно. Течение слишком сильное. Мне придется выбираться отсюда по-другому. Ну да, здесь ничего сделать нельзя. Ну еще раз давайте теперь в правую сторону опять, чтобы убедиться, что все-таки мы ничего не пропустили. Ну да, ничего там нет. Ладно, тогда плывем сюда. А вот трубка, прекрасно, то, что нам нужно. Эта труба может нам пригодиться. Ой-ой. Мне всегда было интересно, что произойдет, если сунуть голову в трубу. Теперь я это знаю. Не самое приятное ощущение. А я знаю, как тебя вытащить. У нас же масло есть. Держи. Кажется, эту трубу нелегко будет снять с шеи Такера. У нас есть ножницы. Нам может быть шею разрезать? Масло. Голову ему отрезать просто и все. Ну или так. Ой-ой-ой! Ой! У него нет головы. Мы что, оторвали ее? Судя по всему, да. Здесь ее нет. Бедный Такер. Надеюсь, он сможет жить без головы. Мы так старались снять с него эту трубу. Конечно, смогу. Просто я спрятал голову в панцирь. Ох, шутник. Мы очень рады, что с вами все в порядке. Спасибо вам, рыбки. Отлично, у нас есть труба, значит, теперь мы можем получить пробку. Хорошо, так мы вот отсюда приплыли. Нам еду еще нужно получить, и тогда вообще все будет прекрасно. Я черепаха Такер, живу на дне морском, и у меня есть надежный, как крепость, дом. Я быстрый и проворный, резвый, как дельфин, отважный покоритель морских глубин. О, еще туда мы можем всплывать. Поплыли, конечно же, туда теперь. Трезубец, вот оно, последний предмет. И, кстати... Смотри, здесь есть еще один фиолетовый морской еж. Мы можем взять его. Ну, знать бы зачем. Туда еще можно? Сюда? Эта статуя держит трезубец. Как раз то, что нужно нам для ловушки. Но наверняка мы не сможем его получить просто так. Эй, эта статуя крепко держит свой трезубец, да? Ты не прав, Лютер. Трезубец упирается в потолок. Ну, потолок-то мы не сможем разобрать или сможем? А ну-ка, давайте посмотрим. Тут головоломка. Ага, нам нужно вот это пустое место переместить сюда, тогда мы вытащим трезубец. Пятнашки. Ой, ненавижу пятнашки. Я не умею их собирать, я не умею настолько наперед все продумывать, а тут еще непонятно. Нужно картинку собрать, что ли? А я не могу понять, что здесь нарисовано. Вот это как будто глаз, что ли? Вот это может быть глаз. Это заново, да? Это разные картинки, то есть. Подождите.
А нам обязательно собирать картинку, если мы просто сдвинем вот так? Ну и? Ура! Мы достали трезубец! А картинки нам зачем собирать? Еще две вещи, и у нас будет все, чтобы сделать ловушку для призрака. Ну, я так понимаю, это просто, опять-таки, мини-игра для тех, кому захочется в нее поиграть. Тот может поскладывать картинки. Нам нужно было просто сюда дырку переместить, а картинку нам не обязательно собирать. А кому такое интересно, тот будет играть в эту мини-игру. И, кстати, спасибо разработчикам, что таким образом это все реализовали. Они заставляют нас это собирать, потому что это была бы проблема. Я с пятнашками не дружу. Я не умею их собирать. Великолепно, еще один предмет мы нашли. Пробку мы, значит, получим. Тенехваталка у нас есть уже. Нам только еду нужно найти сейчас, и все. Только найти сейчас что-нибудь перекусить, чтобы этому электрическому угрю дать. А может быть червяка вот этого? Это червяк в шоколаде, по-моему. А ну-ка. А, так смотрите, у нас есть ножницы, мы перережем леску. Все, вопрос решен. Ням-ням. Червячок в шоколаде. Обожаю червячков. Пётр, нет! Тебя могут поймать. Да? Это же ничей червячок. Да нет, я не об этом. Этот червячок висит на крючке. Фредди, ты спасла мне жизнь. Как я смогу отблагодарить тебя? Лютер, перестань кривляться. А мы вот так вот сделаем. Опа. Если мы попытаемся снять червячка своими плавниками, мы можем пораниться. Думаю, эти ножницы смогут нам помочь. Отлично! Лютер, этот червячок может нам еще пригодиться. Ты права, Фредди. Так. Больше мы здесь ничего не сделаем, да? Но, в принципе, все. Таким образом, мы все с вами сможем получить. Сейчас нужно к угрю сплавать. Мне вспомнить только опять-таки, где он. А, кажется, вспомнил. Вот опять-таки хочу заметить, какие в этой игре логические все головоломки. Все вот эти вот пазлы, применение предметов и так далее. Здесь не нужно применять сапог на телевизор, чтобы получить мышеловку. Здесь все логично. Поэтому и проблем особых как бы не возникает. Здесь сразу понимаешь, что и как можно применить. Держи червячка в шоколаде. Лютер, у тебя есть шанс совершить хорошее дело и накормить голодного. То есть я должен отдать моего червячка? Мою самую любимую в мире еду, да? Давай, Лютер, угости Эдди. Ну что ж, моя задача ясна. Ух ты! Сладкий червячок в шоколаде. Что ж, рыбки, до встречи. Лютер, ты все сделал правильно. Я горжусь тобой. Да, я люблю совершать правильные поступки. Отлично, и теперь мы получаем спасательный круг. Этот спасательный круг как раз то, что нам нужно. Нам осталось только пробку. Еще одна вещь, и мы сможем сделать ловушку. Да, и эту вещь, пробку, мы сейчас с вами и получим. Опять акулы. И кальмар. Да, великий кальмар, мы знаем, что у тебя никогда не было игрушек, но... Но мы не сможем взять ни одной игрушки, пока рыбки не выйдут из школы. Но рыбки все еще в школе из-за этой рыбы, Фредди. Да, великий кальмар, больше никаких отговорок. Мы сделаем то, что должны.
Да, босс, а что мы должны сделать, а? Мы должны избавиться от этих рыбок. А вот кто за всем этим стоит, за этим призраком. Ну ничего, сейчас мы ловушку-то для них устроим. Так, а где в школе где-то там у нас пробка была? Сейчас все будет. А вот и пробка. Так, меняем ее на трубку. Вместо пробки мы поставим эту трубу. Ну, я не знаю, Фредди. Мне кажется, она слишком короткая. Ты думаешь? Вот это да! У нас получилось! А вот отлично. Ну, что я говорил? Скоро мы поймаем призрака. У нас есть все предметы, которые нам нужны. Мы готовы сделать ловушку, Лютер. Кажется, все готово. Лютер, можно использовать твою игрушку как наживку? Ну, хорошо. Наша ловушка готова. Кто-то плывет сюда. Прячемся. Эй, босс, смотри. Игрушка. Давай заберем ее. Давай, Лютер. Эй. Готово, попался. Фредди. И Лютер. Как вы можете пугать маленьких рыбок и забирать их игрушки? Великий кальмар сказал нам, что у него никогда не было игрушек. Вы должны были знать, что нельзя просто так брать чужие вещи. Ну, вы знаете, по-моему, она права, босс. Хорошо, вы можете забрать эти игрушки. Маленьким рыбкам игрушки нужны больше, чем великому кальмару. Вот, отдай это великому кальмару. У него должна быть хотя бы одна игрушка. Давай, Лютер, нам нужно отнести игрушки малышам. Лютер, ты очень добр. Смотри, что мы нашли. Мы нашли игрушки маленьких рыбок. Ура! Ура! Мы раскрыли эту тайну, миссис Крокер. На самом деле, это был никакой не призрак. Это были две акулы, которые притворялись призраком. Поздравляю вас. Вы спасли нашу школу. Прекрасно. Школа спасена, призрак изгнан, тайна раскрыта. Фредди, Лютер, плывите к нам, как весело учиться мы покажем вам. Будем учиться петь и плясать, вместе с вами нам некогда скучать. Двери нашей школы открыты для вас. Добро пожаловать в подводный класс. Мы учим все, что нужно в море знать. Можете с собой друзей позвать. Морская школа, второй наш дом. Нам хочется учиться на дне морском. Над морем светит солнце и бушует шторм. Но в школе морской нам все нипочем.
Моим ученикам уроки делать не лень. Готовы мы учиться хоть целый день. Маленьких рыбок не нравится учить. Хорошо вести себя и дружно жить. Время показать свои знания настает, когда наш учитель контрольные дает. Все задания старайтесь выполнять, чтобы отличные оценки получать. Отлично, даже песенку в конце еще такую сделали. Потрясающие разработчики, просто молодцы. В этой игре еще и песен добавили целую кучу. Песни, танцы, мультики, просто супер. Мне вот эти игры про рыбку Фредди прямо очень-очень нравятся. Я прям в восторге. Конечно, игра очень короткая, но это игра, которая дарит только положительные впечатления. Мне прямо очень нравится. Надеюсь, ребята, вам тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока!